Всем привет, с вами Радуга Дэш, и сегодня я снимаю видео Sweets, то есть конфетки. Здесь я покажу вам вот эти все конфетки, которые у меня неожиданно образовались за сегодняшний день и за воскресенье. Но за воскресенье у меня было их мало, и тут давайте расскажу. Поскольку я была выбрана хитом, я долго не ходила в школу. Ну, кстати, в школе я сейчас пришла уже и увиделась, конечно же, с Алисой. Канал Пони Алиса слишком. Ну вот. И, в общем, поскольку у нас когда у кого-то день рождения дают конфеты, ну, носят всякие соки, конфетки, то мне, я когда не была, мне этих конфеток не давали, и сейчас мне их все дали вместе. Давайте посмотрим. Да, у меня здесь еще вот соки и вот конфеты. В общем, все это очень просто. Давайте посмотрим. Давайте начнем с того, что у меня было немножко дня рождения Оскара. Ну, это такой мальчик, короче, я к нему ходила на день рождения. Он тоже одноклассник мой. Ну, давайте сейчас. И там была большая пиньята с конфеткой. Давайте я покажу конфетки, которые я собрала. Я очень мало собрала, но я собрала вот такие конфетки «Луговая мука». Есть такие вот с карамельным сливочным вкусом. И две такие вот стеночка со вкусом вареной сгущенки. Там еще такие три карамельки. И вот такие вот два чупа-чупса. Там были чупа-чупсы, я собрала чупа-чупсы. Вот, они получаются вкусом персика и сливки. Ну, вот такие вот карамельки. Да, и вот там еще давали нам, мы ходили в профессию, все, что это буфе. Вот там давали золотые гроши за работу. И эти грошики можно было обменять на какие-то сувениры. В общем, я обменяла на такую звездочку. На такого красного оранжевого цвета. Даже розового, на такой флуоресцентного. Значит, как подвесочка. И вот здесь вот есть такая штучка. Еще и дырочка. Ну, так красиво светится. Давайте посмотрим. Держится на ровном китэш. Теперь то, что сегодня в школе мне дали. Начнем с конфет. Первый это ванны. Шоколадный чуп. Мой любимый. Потом такой большой чупик. Чупа-чупс. Клубничный. Яблоко. Это, по-моему, жвачка, если не ошибаюсь. Нет, это фрут... Ну да, с фрутелло. Потом сникерс большой и маленький. Вот такой вот интересный какой-то батончик, фундук карамельного. Потом из соков. Далее. Фрутоняня яблочный. Еще один фрутоняня яблочный, только с мякотью идет. Ну, рукавиц. Потом ледниковый период яблочный. Иваночка. Вот сок такой с персиком и с яблоком. И, ну, это у нас в школе, я просто хотела показать. Сегодня тоже дали молоко. Ну, у нас дают молоко. Если у вас в школе дают тоже молоко, то ставьте лайк. Нам же все три глаза дают, но нам разные. Вот, честно, у нас такое молоко шпаргало. Мне взяли с девочкой и с мальчиком.